мы не можем, блядь, один три на рейд собрать. Главное, начало положено, а там уже все лучше. Когда, блядь, ГМ, ХМ ходили, ой, ХМ, блядь, просто обычный ГМ ходили твинрейдом, туда ебать очередь стояла. Что он проносится за часик, все это, блядь, легко, быстро, блядь, нахуй, токены ролятся, блядь. Кстати, на самом деле, в это КД наших местных гильдейских твинов больше, чем вот на прошлом. Больше, но все равно этих... А мы только же начали это собирать, для 2 КД всего. Рандомов-то до хера. Ну, на прошлом КД было намного больше. Было больше рандомов, да, чем здесь, наших. Петрюша, что там? Петрюша, что там? Сейчас. Это бутылочка масла есть у кого 200 голд? Да. Какая? Господа. Нет. Я отдал кому-то. Дима, есть хэспотик, я куплю? Давайте пока там ждем Петрюша. Посох. Давай этот как. Не надо покупать на что, на. Сколько тебе надо? Ну, ну сколько после... хватит, там штук 10. Раз, два, три, да, 4. Да, сандоми ты не будешь трогать? Спасибо. Сосовщик трейд. Ну я чуть-чуть перебиться, блядь. Завтра. Ну, Шуана Пучина нужна, пиздец, давайте. Аршан. Ох, ебать, запы. Фосит, а какая прелесть, какая прелесть. Юля просто ворвалась в речь, все забрала. Они нам в первом составе упали один раз. Совершенно готовность. Красота. Бафы, 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 нет, начинайте. Сейчас буквально секунду, сэр, я, блядь, вставляю все. Шмот. Ой, сейчас вспомнить, как на Элеме кнопочки жмутся. Вот, Out of Space вроде обмазался. Два приста не покушали рыб. Присты рыбы была. Андрюха и Эл Шадоу. Сейчас. Еще раз поставьте для них спецы. Еще одну ставлю. Ебать. Ешьте. Петрюша, блядь, почему без флаза? Ну, блядь, вы хоть 10 поставьте, сказал же нахуй. Вы пока мозги ебете, я пошел перебился, блядь. Посох надел Зуламана, блядь, пояс получше. Фласку, пожалуйста. Уязку, блядь. Чё выёбываешься, я не пойму, блядь. Совершенно готовность. Чё выёбываешься? Let's go, let's go. Тебя, подожди, Андрюха, выпьет. Это сейчас по меткам хилы стоят или под боссом? Всё, я готов. На фазе хилы стоят по меткам, как я назначал. Так, ну смотри, РД не подходит. В квадратике уже меня не будет, так что... Ну, стой там, чтоб тебе не подходили, тебя не убьют. Всё, все готовы, ДБМПУ. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пу. Прохиливаем. Теперь Денсив не прохиливаем. Совушек Инер будешь заливать Эфи. Пакт. Сбежались. Окей. Совушек, серьезно? Мегара, кусаешь Орлена. Тени, готовимся. Фости побежала. Ты пиздец ты бегаешь. Ну, кися в середине стоял, простите. РДД, ты в середине должна стоять. Ты слышал, что до этого сказали? Факт, сбежались. Соушек, кусаешь Орлена. Еще 20 секунд. Я, ну, напоминаю. Я в луне буду. Тени, аналитик. Укус 5 секунд. И пакт, готовьтесь сбегаться. Сбежались. Соуши, кусаешь Хисока, Орлен, кусаешь Децела. Не-не-не-не, Децела. Эвил Шадов. Приста третья пати. Ага. Алас побежал. Локов раскусайте до экзекьюта, пожалуйста. Совушка прохил. Пак, мы готовимся сбегаться. Сбежались. Быстрее. Десять секунд, взлетка.
И на родин залейте. Крыша. Сейчас крикну. Тени на Орлена. Антифир или что-нибудь. Приготовились. Ренжу набрали. В лому при 4. Децл, костыги на хп. Сами подхиливать, сами подхиливать. Можно падать. Чё? Один человек, бля, че, вы не бернут, что ли? Орлен? Укус. Пиздец, конечно, можно падать, хули, Орлен, блядь, погон. Да, он с укусом. А что за он, блядь, я попросил. Диван, диван, пошли диван там, пошли диван. Диван не работает, диван не работает, а, блядь, на лане. Да, да, да. Работает, если к нему не подходить. Ну, тогда ты идите к нему. Уже в диване, просто. Блядь, вас. Ну не начинай хуйней заниматься, ну ты. Исип, отойди от него, ну, блядь. Алло, лифт. Значит, я не слышно было громче, нужно говорить. Я вот не слышал. Не вставайте, не вставайте, не вставайте, не вставайте. Я перед взлеткой сказал, говорю, в луну. Не слышно было тебя. Не, я услышал. Он сказал, что он будет в луне. Я бегал по луне и просто его не видел. Ну, типа, все. Пиздец, как мне найти в рейде? Ну, бля, ну, что это такое? Встали быстро все. Точно, рейтинги у меня КД. Так, я все так же в Алиме остаюсь. Да, нормально все, да. Бля, остановите, пожалуйста, я встану. Тут не из-за этого дело. Дайте шкаф. Там так пробило, я не знаю, дубовая была у него? Какой-то, может, гейм? Нет, не нажал ничего. Господа, дубовая. Господа, еще раз. Когда вы кусаете на первой взлетке, нужно быть аккуратнее, потому что там по вам ебашит АУЕ. Его, да, вы его должны... убило сплэшем, короче, просто. То есть вы должны... быть под максимальными сейвами. То есть вы укусили и отбежали сразу. Не надо тут, блядь, тереться друг от друга, как вы любите. Там Лифри, Ренжа нужна. Там Лифри помог, смотри, на секунде. Ты, ебать, опять Лифри, что ли? Лифри, Лифри, да. Хисока видишь. Лифри, ну ты что, дурачок, что ли? Ты не можешь раньше набрать от всех. Сколько можно косячить-то постоянно? А постоянно? Я думал, там набрался. Постоянно Пал, помню, рыба помню. Стоит, ешьте. Ладно, нет, не душите людей, давайте. Давайте. Рыба стоит, ешьте, фул баф, дайте. Кого Орлен будет кусать, идите в луну. Или нахуй. Можно нахуй. Я идите, мозги, давайте убивать, блядь. Давайте на фул уже пройдем. Любому хуйню не страдать. Макити Децла вместо Фоси в пятую. Смотри, Энн, смотри, четвертое место, Митрюша, четвертое. Вот так вот, нахуй, понял? Арчена готовность. Тени в пузыри. Молодец, молодец, вообще. Дайте МП5, пожалуйста, шаманам. Детл, если ты сейчас не пожрешь... Можно попросить? Пожру за тебя. Можно манго закинуть обратно в третью? Ай-яй-яй, кого кикнуть? Тираноид закикнуть туда? Да. Хисок. Давай добьем пол. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пол. Пять секунд. Укус и пак. 3 секунды. Сбежались. Ну ёбаный рот. Чё, ложимся? Укус на танке. Ой, бля. Вы рухлись. Го, диван. Один максимально, отойдите далеко. Страдайте же. Андрюх, дай диван. По тебе дам. Я дал диван. Отойдите оттуда, отойдите от лестницы, умирайте, умирайте. Отойдите от лестницы. А как вкусно там? Минус 30 крова, дай мне. Запомню. У нас этот хули. Рага, блядь, вагон не может нормально агро набрать. В смысле рага не может агро набрать? Вкус вешается на второго. Да потому что я, короче, праведно Нистас врубил, чтобы меня первого укусили, короче, а Рега агро нормально не набрал и получил. Повторил историю свою. Охуел, что ли, блядь? Что, блядь?
Там по-любому локи наберут, либо Терену. Я просто чуть-чуть перебрал, хули. Я убрал эту хуйню, блядь. Так и запишем. Да. Администрация реально не. Давай все. Там администрация, по-моему, вопросов нет. Ну, мы уже так и записали. Без шуток, реально. Еще и меня обвиняют, блядь, в чем-то. Все, Рага, у тебя есть сценарий на второй этот. Ни одного на полу, блядь, я грудь держу перед вами. Я считаю, что Рага виноват. Знаешь... Пепс это не останавливает, он всегда набегает. Да не, он там с напулами был. Ебать, там, блядь, два рока, нахуй, два рока в него, блядь, ебать, нахуй, ёбнулся, блядь. Ну, все, ладно. Кто прям под боссом лежит, скорее всего, вас не достанут, вставайте, я сразу присуну. Меня достанут. Не, ну если Прага набрала агро, нормально бы все было. ЛПшка хуёво наживает просто. Сука, вагоны, не... вагоны, блядь, не можете нормально только сесть. Поставьте Джесса, ребят. А, он стоит, вижу. Финка сначала сделайте своего, потом ходите в инсты, блядь. Вот именно, Рага. Когда я жгли пукан. Делал ДК, что аж агро набрать не можешь. Я не понимаю, кто там шепчет, как рыжий из Иваныша. Кто там шепчет? Ешьте рыбу, рыба стоит быстрее. Фубафа, давайте... Так, да, лучше быстрее тратить. ДК, уйди нам. Лош, пуши. Это новая тема для комиксов твоих. Да, кстати. Лош, Антон, аппликация, покушайте рыбу. Я не могу, блядь, тут забагал. Новая тема для комикса. Как я собрал твинка, остальные нет. Арчина готовность. Я отпиваюсь. Мак интеллект, блядь. Сука, под этот твинк рейд надо было ретрика своего оставлять, нахуй. Аналитик, аппликация. Вот был потеха, блядь, танком. Аппликация. Каску поворот, блядь. Блядь, я ж никого не пробовал. Да буди тут. Тут, сори, я лагал, блядь. Все, я больше не буду нас. Все готовы, да, прям. Аналитик. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пул. Энста, секунд 5 постой, чтобы агро не сорвать, а то хочется. Укус, фак. Сбежались. Быстрее сбегайтесь. Орлен укусил. Орлен, кусаешь... Тиранос побежал. Давай, будешь хисок. Что делаешь-то, блядь? Туда-сюда. Отведи, немного, отведи, пожалуйста. Тиранос, пиздец. Совушку прохил. Пала, прохильте. Орлен, кусаешь Хисоку. Сбежались. Аппликация пал. В луне будь. Алластарт. Хп крик. Сейчас крикну. Блять, у вас проблема какая-то, нахуй. Укус. Факт. Сбежались. Орлен, кусаешь Эвелишу Шад. Приста, третья патия. Хисоку кусаешь аналитика. Палу сразу Лимон. Там дед сломал, какая-то патия. Крис, третья патия. Тебе надо быть в луне. Орлен будет в луне. Блядь, Сейрам, нахуй ты по луше-то бежишь, блядь. В среду в 8 утра. Ресни, тебе... Сбежались. Аналитик, Сайрама, ресни, нам не хватит ДПС. Спасибо, Совушек, вы уже ресни. Баф. Бафу дайте. Пару, бафу, быстро. Митрюша. Иннер к палу залить. Даю. Аналитик. Раз сосались, между собой рейнджу набрали. ДК массейв.
Митрюш, Т4, Ким на ХП. Пиздец, она убила, да чё вы? Армена убила, блядь. Как убила её? А хуй его знаю, блядь. Первым. У нас нет укусов, ребят. Есть укусы, она здесь высоко. Можно падать, ДПС не хватит. Ну можно падать уже, чё, дали. Аналитик, красавчик, аналитик, молодец. Фуси, спекайся, хила. Блядь, раскидай этот, раскусайте. Да не, ну там шотнуло его. Шайран, да хватает хилов, если они ебашек не будут ловить, блядь, всё ну будет. Да, ну такой не хилится, посмотри, там 0.5, 0.5. Не, раскидай. Ну заходим в меня убирайте, убирайте. Да все уже сказали, типа, все. Ну что хуйней заниматься, блядь? Не надо пятого хила, блядь, пиздец, а? Я говорю, это, Торики, Торика, ШПшек раскидай, раскусайте сейчас. Не в первую очередь, но хотя бы в другую, в третью. Во вторую надо их кусать, да. И там их, я встану. Торика, отпиши, пожалуйста, зачем ты бежишь с меткой? Лужу разливай обувь. Да, я закосячил. Здесь я чуть облажался. Чуть-чуть. Блин, две минутки надо отбежать. Все, минус кролл сразу. Так и запишь. Минус 30. Шерпал Лэй сыром. Я две минутки отбежала. Рагет не будем давать минус 30? А Рагета за что? Он не удержал же игру. На пулов? На прошлом трое. А Арлен сейчас умер от того, что его фернуло. Да. В вращающей статье не забежал. Да, он босса сорвал, вы что, не видели, что ли? Какой босс? Я в тени забежал, меня не продисковали. Босс, рага танчил, босса сорвал, рага. В смысле деньги, блядь, его убили? А? Тебя же убило. Кого убило? Я прямо в тенях умер. Меня просто, посмотри. А, ты в лужу побежал? Да, мне все дали, я прямо в лужу забежал и умер там. Под фером. А я тоже видел просто. Ну что, в луже такое не хилится, ебать. Так нахуй ты в лужу-то забежал. Получается, да. А можно подальше от лужи, пожалуйста? Да-да-да. Мне все же кажется, в первом трае, где было 5 хилов, было более нормально. А там просто меньше слага где-то, факт. А что с первого трая изменилось? Кроме как хилов. Начали слакать. Вот именно, больше слагов, блядь. Все, если у вас первого трая не получается, все, да, руки опускаются. Ну, обычно так и бывает. Попыток как бы нету, это не 50 из 50 у ВВК. Пожалуйста, держите рейндж 6. Пиздец, вы заебали. Подходите, я отхожу. Подходите, я отхожу. Не, я еще на пару траев, ну его нахуй. Блять. Скорее всего, все на пару трав. Твинка рейды, нахуй, с пугами, блять, еще. И с Орленом, это пиздец. Ой, Орлен, ты здесь, да? Сопрот, выпей. Все нормально, я сопротивляюсь. Ну, ждем. Шарпала и Фоси. Фоси на 2 минуты отошла. Стою, стою, стою. Где Фоси? Отошла. Я ему ставлю, господа. Сейчас смотри. Первый чувак, который получает укус, начинайте со второго укуса раскусывать шипешек. Угу, я понял. Тебя тоже кусать? У тебя панелька работает? Да, кусайте. На какую-нибудь-то нажму там. Один хуй вайпаем, все хоть панельку проверим. Где у нас ДК-вагон? Который агро не держит, где он? По зеркалам к рубежу хожу. Сейчас я релогнусь. Топхав не тебя. Фёст, зашел в Твинка Рей, да? Зато он скучал по мне.
Со мной в одном рейде. Я еще раз убедился, что локом надо удалять просто, и все нормально. Надо удалять, тебе нужно его просто до ума довести. 4-4 сделай. Он тебе не про это говорит. Он тебе говорит, чтобы лишний раз с вами не ходить нахуй в твинкарейде. Да, если только так. Надо тоже нахуй одного пала оставить, и все нахуй. И им в твинкарейде ходить. Костя, здесь я ж... Фулл бафу дать. Пристабаф лапу. Тебя ждем, как всегда. Все, я захожу. Соберитесь, давайте. Че хуйней заниматься? Ну, ладно, убить ее. Конечно, в свое время, когда было освоение ЦЛК 25, еще она была не понервлена. Это я вам такую историю расскажу. А я сидел на пустырнике. Нет, гильдия Hellsight разбилась. У нас такая гильдия была, Hellsight на X4. Она разбилась обладно, потому что не смогли ее убить. И часов 10 на ней сидели, короче, и не смогли ее убить. Ну, с нашим гиром, по факту, тут ничего не понятно. Да, да, ты можешь пожрать. Помнишь, как второй статик он куда устроил еще с нами? Митрюш, это Тиранойс. Гу-гу, убивать. Митрюш. Да где все, вагон? 10, 9. Кстати, инту по Митрюш. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фу. Так, меня нахуй не кусайте, я походу не настроил. Двух пристов остальных раскусайте и все. Дыцла кусайте. Готовимся, факт. Сбежали, со шкальпа кусаешь Дыцла. Ля ты крыса. Я не делал, бля буду. Нет, нет. Ты отвечаешь. Готовимся, тени. Шарпа побежал. Сталин, сука, я же знал уже. Вот так вот, да? Бля, флудишь, Дима. Прохиливаем. Факт, 3 секунды. Внимательно. Сбежали. Ты подойдешь, Мили. Делай ретаунт. Хилим, хилим, ребята, хилим. Тени. Митрюша побежал. Дыстал укусить. Укус 10 секунд. Кусаешь Дэдсела, шарпал. 3 секунды укус и пак. Секунда. Сбежались. Фоси, Рональдо, Соуши, быстрее. Шарпал кусаешь Арлена, Дэдсел кусаешь Evil Shadow. Приз третья партия, третья группа. Арлен, в луне встречает. Угу. Тени. Рональдо побежал. Пакт 5. Пакт 3. Внимательно. Сбежались. Быстрее. Иннер Хапало сразу залить. Совушек, Иннер по Хапало. Сейчас будут тени. Митрюша, антифир. Понял. Разбежались, ренжи набрали. Митрюша, как взлетит, кастуешь гимна хп. Ну, фир. ДК, Т4. Прохил. Укусы. Сделал. Децл. Сырам, отойди от меня, блядь. Да я на рейд смотрю. Нормально, риснем, 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 не ссыти. Пила лесницу. Солушек поднимаешь кондомы. Сандомы поднимешься и рама. Пак, ты сбежался. Но! Архил. Укусы, полкусы. Сейчас. Шерпал кусаешь Тиранойза. Ну, хила ты. Арлен, ё. Хисоко. Хила Дец. Поднимите. Зи. Сейчас, Солушек, подними. У кого есть аналитики, если есть БРД, БРПО? Все есть. Ну да, еще потерпите. Прохил. Сбежались. Да все, уже можно. Да бля, вы так долго хила поднимаете, пиздец. Солушка, у меня только от КДшился БР.
Он заносил. Дай БР. Давайте хила вернем обратно. Не-не-не, да, вы слишком много слакаете. Нет, тут слака просто дохуя, блин. Такой хилить очень сложно. Фоси, обратно, блин, этот, Варшама. Пойдем. Так, 5 хилов. Слаки, не слаки, 5 хилов хотя бы вытаскивай. Ну это не от меня, это вообще факт, что нельзя слакать. Опять будет сложно хилить. Все, я настроил панель. Повезло, повезло. Не, давайте еще раз 4 хила попробуем. Да не, ну тут слак. Нет, слаков очень много. Нет, и про хила не хватает. Разик, давайте попробуем. Я говорю, что я вот прям чувствую, что сейчас пойдет дело. Пока я бегу, решайте. Один раз, давайте попробуем, пожалуйста. Давай этот в 5 и под босса все нахуй. 4. Да какие под боссы? Не на под боссы, да что это? Под босса зашибись план, считаю. Нет. Давайте один раз. Мы вывозим, потому что 3 шп хилят. Один раз 4 хила шп, мы эти, как это называется, кусают в первую очередь. Давайте. Вас Друлька упал, и пока был пак, то у рейда просто умирало. Конечно, уже рейд хорошо идет. Господа, да какого хуя Друлька упал, блядь? Сейчас мы будем минус 30 давать тем, из-за кого Друлька упал. Ну его не задиспелили, он побежал уже. Митрюша. Чего Митрюша, блядь? Почему Митрюша, кстати, не задиспелил? Он же первый должен быть. Это написано роящиеся тени. Да, это лучше. По роящимся теням просто. Потому что Митрюша их выносил. Трага, блядь, подставить меня решил, ёптать. Это сам, блядь, косячишь нахуй, на меня чё-то гонишь, блядь. На пристани один, можно помочь подиспелить. Энс, я предлагаю наказать, нахуй. За этот, как его называется? ГП тем, кто с гильзии слакает? За фейк. За этот, клевету, фейк. Нахуй, да. Тыкните немножко. Вот так вот, смотрите, вот с этот агро не может удержать, блядь, на других что-то валит, нахуй, смотрите. Еще я отвечаю вам, я даже не использовал этот райдный нестус, без пизды. Я хуй знаю, как так получилось. Так что, Энс, я считаю, что лучше в 5 хилов идти. Давай попробуем еще один раз. 4, хорошо. У нас ДПС. Хисока, СС на Сандоме, аппликация СС по аналитику. Орлен СС по соушку. Пусть присты помогают диспелить фир, потому что это пиздец. Я 2 секунды бегал. И ферст СС по... Войду. Вот смотрите, у вас три шамана. Это во-первых. Третий фертотема по-любому перезлет, как-то раз. Второе. По первому человеку, кто перезлеткой идет в дроющейся тени, дает Митрюшу антифир. По второму человеку. Арис не пришел, можно? Перед вторыми этими, блядь. Дает лица в антифир. Перед вторыми этими, блядь. Перед второй взлеткой. Буржус, Эвил Шадоу. Вы там смотрите. По хилам антифир давайте, и все. Так, я так и не понимаю. Я в Алеме. В Алеме. Рыбу ставим. Кубом подаем. От меня, мне кажется, в Алеме меньше толку, чем больше. Бей. Так, друзья, товарищи, сейчас, вот видите метки хилов, где метки встают на взлетке, хилы, но только у меня больше нету. У кого фласка есть? Вот, где встают хилы. Вот дальше, за хилами, на следующем кругу. Да, Юль, почему ты вместе со мной это говоришь? Вот, милики, вот здесь разбегаются. Вот по такому кругу. РДД разбегаются вот здесь, по такому кругу. Подальше. То есть, милики, ориентируйтесь вот на эту часть. Вот сюда. Не к хилам. Кто-то может вот сюда встать, например, да? Кто-то вот здесь. То есть, милики, по малому кругу после хилов. Дальше РДД. Сориентируйтесь в этот момент так. Сколько рейндж? 8 должен быть? 6, там 6, 8. Поешьте. Во-вторых, Андрюх тоже поешь. Еще раз давайте. Митрюша на первый взлет кидает по себе антифир. Нет, не по себе, а тому, кто бежит под тенями. Да, да. А на второй взлет кидает Децл. Шаманы ставят атем антифир. На второй взлетке Децл ты даешь по тому человеку, кто бежит с тенями. Остальные два приста, как вышли из фира,
буржуастык должен быть первый выйти и продиспелить. Набрали все ренжу. Под первую взлетку, как только начинается взлетка, Саликоснай даешь Т4, и у кого аура тьмы, прожимает МА на тьму. После этого она взлетает, Митрюша кастует гимн на ХП, и все остальные хилят, сейвятся своими сейвами. Не забывайте, у вас есть личные сейвы, и отдавайте личные сейвы только после того, как она взлетела. Не до, а после. Аналитик и Эвелс. Эвел. Все готово, ДБМ пул. Хисока, СС по клейму. Эфи. Говори, пожалуйста. Уже есть. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пу. Ренжи набрали РДДшники. Ну не стой рядом, пожалуйста. Ну на локе, ладно, похуй. Пак, укус. Жаль. Жалься, быстрее. Тираной скусаешь Децела. Децел подойдешь в миле. Тень, одна секунда. Шерпал. Не стойте, пожалуйста, тут аналитик, не стойте. Прохил Солонаш. Пак, 3 секунды, внимательно. Сбежались. Тени 5 секунд. Рональдо. Децл в миле. Ты Ранес кусаешь Децела. Пак. И укус. Сбежались. Быстрее. Укус. Хорошо. Все, разошлись. Ренжу также набрали. Дальше кто кусает? Ты Ранес кусаешь Орлена, Децл кусаешь Эвил Шадов. Приз третья пати. Рональдо. Побежал Рональдо. Окей, фейканул. Ты Ранес, где они? Ты скажи, где они встречаются. Обязательно. Луне там. Децл, Эвил Шадов, сбежались. Быстрее, быстрее. Эвил Шадов, подойдешь к Децлу, когда надо кусать. Тиранойс и Орлен, вы там договорились, надеюсь. Луна. Тени. О, крокодил, дайте антифир. Дайте Ты другой был? Какой-нибудь приз. Другой приз дайте. Крокодил зеленый нажми. Ренжу набрали. Я массаку нажал. На сейф. Ауру на тьму. Гимн на ХП. Децл, гимн на ХП дай. Сука, все, блядь. Укус. Не стойте вместе, ебаный. Децл, укус. Все вижу. И на палу, зай. Тиранойс, кусаешь аналитика. Сбежались. Эо Шадов, кусаешь Митрюшу. Пусть меня укусит, Орлен, пусть кусаешь меня укусит. Солнышко. Децл, кусаешь... аппликация. Я просто еще рядом раз. Стою с этим, еще с Эо. Тиранойс, кусаешь... Я уже забыл. Заново скажи. Тиранойс кусаешь аналитика. Орлен кусаешь аппликацию. Эвил Шадов кусаешь Митрюшу. Десл кусаешь Шарпала. Факт, сбежались. Запомнили? Нет. Шарпал мили. Секонд побежал. Орлен Луна. Да, Орлен Луна. 5 секунд. Я подошел. Я подошел. Укус раздали. Мили, мили, мили. Ну, если не нашли, уже кусайте кого хотите. Ну, типа, кто рядом. Я не укусил, я хуй знаю, кого-то укусил. Хисока укус. Сбежались. Давай, говори, кто кого. Тиранойс кусаешь Шарпала. Эвил Шадов кусаешь Крокодила. Орлен кусаешь Хисока. Хиламану надо. Африкация кусаешь Совушку. Взлетка. Сейв и Сейв. Солонаш. Сейв. Эмма на тьму. Пристыги на ХП. Хитлись, хитлись. Ну не стой раньше. Ренжу, ренжу, гад, плиз.
Дим, ты где, Дим? Отхил! Это хилам надо, буржуй зману срочно. Тиранэш Шарпала, аналитика Ластарда, Орлен Крокодила, аппликация Совушку, паладин, которого кусили, кусаешь на Кисоку. На пак сбегись, Совушка. Кусаешь секонда. Все нормально. Пак, ребята, блядь. Совушек. Блядь, слакеры. Куда ты съебываешься от меня? Вкусы. Аппликация. Так Гер сейчас или как? Да. Давайте Геру, но у нас минус все. Вагоны, блядь. Да убил нахуй всех, блядь. Ну изи бы убили. Ну пакт этот ваш ужасный был сейчас, пиздец. Согласен, на самом деле, блядь. Какой, блядь, умный человек, аутоспейсию говорят, кого кусать, блядь. Какой-то хер, блядь, пиздит в этот момент, блядь. На какой хер, блядь, вы это делаете? Че вам, сука, непонятного? Нахуй вам пиздеть, блядь. Сами они сбегутся, блядь, с пактом. Нет, блядь, нужно попиздеть ведь, блядь. Вагоны, сука. Я пытался Солушку сказать. Кому кого кусать? Нет, блядь, им нужно попиздеть, блядь, в этот момент. Вот поэтому я говорил, что сюда лучше один РЛ. Сейчас я сам буду рассказывать, блядь. Если кого-то нахуй слышал, я, блядь, не только из гильдии выгоню, блядь. Забудьте нахуй, как разговаривать. Так. Дима, во-первых, не кричи, замутьте всех, кроме РЛа. Заебали реально, блядь, попиздеть им надо, блядь. О, с пакта сбегаемся, блядь, остальные не знают, да? Что нужно с пакта сбегаться, блядь? Минуту, да? Увы, рация не вариант всех мутать, потому что, блядь, хуй кто кого найдет, блядь, без голоса. Я это могу всех замутить. В принципе, хорош трай был убиваемый. Урон нормальный. Много суеты. И напрягайте хилов, пиздец. И вообще, я не понимаю, как играть в рейде без редфреймов. Вот я даже, блядь, ДДшником играю, у меня всегда есть редфреймы. Давайте также повторим. Короче, я сейчас буду говорить, кто кого кусает. Только, сука, попробуйте нафудить мне. Так, во-первых, Дим... Рыбу ставлю. Дим, не кричи, пожалуйста, чуть-чуть тон сбавь, пожалуйста, то по ушам очень режет. Это раз. Во-вторых, я... Юль, ну сбавь меня тогда, пожалуйста. Я в ДД или в Лема? Ой... Не, нормально все. То есть я остаюсь в Леме? Да. Все. Даже с такими слаками или как хилили, ну, бля, не надо так. Вот с пактами пиздец какой-то творится. И диспел, очень плохой диспел, я 4 секунды бегал. Ребятки, красная нитка, блядь, от вас идет. У вас ДБМ пишет, надеюсь, сука, у вас он есть, блядь. Если у вас его нет, можете здесь вообще не находиться. Быстренько взяли и добежали, все. Не надо никак. Размутить, блядь, размутите всех, хуй. Ничего об этом страшного нет. Я размутил всех. С красной ниткой надо сбегаться, а не разбегаться. Все, рыбу поставили, фулба подали. Еще раз, господа. Я сейчас говорю, кто кого кусает. СРМ, помоги мне, пожалуйста, по этим, по ниткам и по... Хорошо. Этим, скажи, теням. Угу. Вы слушаете и делайте как нужно. Арчена, готовность. А, соберите свою голову. Сейчас поезд, будет орать. Будет. Аппликация, Децо, аналитик. Все, все готовы, ДДБМ пул. Мозги соберите в кучу. 4, 3, 2, 1. Пул. Пиздец, блядь. Сука, вы можете пулить на слове пул, блядь. Когда вы захотите. Если ты послакал, то ты послакал. 4. Орлен. Орлен укусит Дисла. Забери. Ёбаный бро, куда ты пакта-то, блядь, бежишь, нахуй? Тени. 3 секунды.
Фосси. Юля, не надо стоять в центре. Ты РДД. Рэнджу набрали. Пак, 4 секунды. Орлен укусит Дитсла. Жаль. Рядом держите. Луне. Луне, рядом с Луной держите. Тени, 2 секунды. Эфи. Укус 5 секунд. Дэдсо в луну. Пак тоже 3 секунды. Смотрите, брат. Когда укусили, сразу разбили. Я там насал. Завуша, по Эфи. Инер. Слева лужу плохо разбил, аккуратно. 3 секунды тени. Рональдо. Далее. Орлен. Укусит Теранойза. Дитсел. Укусит аналитика. Пакт. Сбежались. Быстрее. Орлен с Теранойзом встречаются в луне. Дитсел с аналитиком встречаются в квадрате. Сейчас будет тени, надо... Митрюша, антифир по Фоссе. Шаман и тотем. Ставим. Диспел что сразу. Хилим, сейчас друг друга хилим, сами хилим. Разошлись. Эма на этот. Эма да. На тьму. Гим на хп. Сами себе хилим. Бьем. Молодцы. Дальше. Орлен. Кусает Хисока, вот этого Лифри, вагона, блядь. В луне где-нибудь. Встретить. Опытный побежал. Дитсел. Укусит. Блядь. Эвил Шадоу. Дитсел Эвил Шадоу укусит. Аналитик. Укусит Митрюшу. Где-то в квадрате. Теранойс укусит меня. Пакт. Сбежались. Аластар, Теранойс. Рональдо. Тень. Совушек побежал. Совушек побежал. Кусайте. Сейчас кусаю. Укусы. Отлично. Далее. Митрюша кусает. Аласта, Эмилий. 5 секунд, пак. Аналитик кусает Роналдо. Эвил Шадов, да, гимноман? Аналитик в квадрате кусает Роналдо потом. Теранойс укусит Крокодайла. Разбежались. Хилим друг друга. Саланаж Т4. Эма на тьму и гимна ХП Децл. Эвил Шадов. Укусит Сейрама, Орлен, укусит Секангаэра, Хисока, укусит Смигула. Я опытно укушу. Берс, аппликацию соус. Верните. Кого мне кусать? Орлен, ты где? Кусай кого, если не видишь. Кто сбежались? Не знает? Крестик может ему не кусить. Гера. Пэл. Эвил Шадов, минус 50. Отхил! Убейте его. Уржус, дай на ману, тотем. Валили, похуй. Валили, всю ху... Нормально. Валили, блядь, главное. Бежали, быстро. Тени. 30 секунд, совушек валили. Совушек побежал. Хилы, подбивайте чем-нибудь. Хилы, бей в этот момент. Бэр, может? Не надо. Уже все. Берса 10 секунд. Берса 3. Нет, дольше Берса. Сбежались. Супа. Я
Сколько там? 4. То же самое. Хуже, блядь, тогда было 3. Ну, у нас минус 2 тела и один укус проебанный. Если бы мы, я считаю, если бы мы стояли в миле, дамага от рейда было бы больше. Эти 4 ляма как раз это та штука, пока вы бегаете. И ищите кого кусать. Отходите. Ну, блядь, ну чего вы продолжаете стоять? Ну она заивейдилась, блядь. Что-то ебанская тактика, блядь, в натуре разбегаться по всей... Дай диван, Пал, ШП, дай диван, быстрее. Ты равно, в смысле, что за ебанская тактика? Мы так убиваемся. Блядь, стоим всегда под боссом, всей толпой, все нормально прохиливается. Тираноис, это уебанская тактика, без среза целка, первую статью купил, блядь, раньше. Тираноис, вообще-то, блядь, до этих хули, это было... Если, слушай, если это легче, может, и правда в миле пойдем? Первый статик, блядь. У нас хилы нормальные прохитивают, плюс 3 шипа. Тыкнул по фрейму, укусил и бьешь дальше. Реально столько... На 3, давай Фосси вернем и встанем в миле. Давай, давай, хорошо. Ну, еще разок хотя бы такой. Сидел, блядь, 24 на 7 в этом ЦЛК, нахуй. That's so dash straight. Ну, разок попробуем, чего уж. Зарисуйте меня тогда. Ладно, Фосси в хила, все в миле, блядь. Это, на самом деле, это уебанская тактика в миле, я так скажу вам, блядь. Это то же самое, что когда, блядь, ВК отводит этих... Им, это не уебанская тактика, потому что здесь пол рейда пуга. Они не видят, где, у кого, что, кто стоит. Мне легче чилить будет, кстати. Ладно, хуй с ним. Все, давайте в мире встанем. Смегл. Я очень хорошо сплэшу буду. Хилам тоже не надо отдельно стоять. Орех постоянно держать, чтобы он на рейде был. Дробяшка. Он очень хороший хилит. Если никому не надо, я это возьму. 14к хп, если я думал. Солонаш трейдаш. Все, еще 40. Я даже ничего не взял. Да. Там рофлина кто-то за слакой служи убьет. Да, там служами будет тяжко. Если флудить не будут и нормально анонсить, то все. Очень дохуя флуда, прям пиздец, как дохуя. Ну, да. Вы, блядь, прям вот с ума сводите нахуй. Мне-то похуй, то есть, ну, я делаю там свое дело и все. Я даже вас не слушаю, мне поебать. Но остальные, блядь, все как котята, блядь, нихуя не видят. Ну, я не про всех, конечно, блядь, но... Большая часть. Эвил Шадов. Так, этот токен выиграл другой. Каждое сбегание — это потеря где-то 300 тысяч урона. Ну, еще как сбегаются туда. Тут еще можно умножить сразу. Минимум просто теряется. Вот пока все сбегаются под пак. А так просто вправо нажал и все. Ну, будем надеяться, что служами не заслакают. Там печеньку выиграл Смегу. Если у него там нет минусов кроу. Сейчас, короче, давайте. Энс и я. Остальные все молчат. Я буду анонсить с маной только. Да. Четвертая пати РДД. По правой стороне расходится. Третья пати РДД по левой стороне расходится. Милики перед боссом расходятся. Первая пати. Вторая пати уходит назад. Расходимся. Хилы встают по меткам. Центральную метку уберите. Центральную метку уберите. Буржус, твой квадрат. Сандома, твоя луна. Рестер Шаман, твой крест. Гоша, твой трусы — это на взлетке. Кто-то в центр можете тоже зайти. Не кто-то, а я зайду в центр. Децу, скрывай мне пати. Давай я в центре, как и был. А, подожди, Фосси пятую вернули, да? Фосси пятую, да. Фосси пятую, верните метку тогда, Юль, тогда ты в центр встаешь. Без метки. Поставьте метку одну под босса. Дим, тогда по укусам покричи сейчас, а я все остальное. Хорошо. Так, первый массейв пойдет от Раги, первый мастер аур пойдет от Шерпала, мастер аур по тьме на первый взлет. Угу.
Второй масс-сейф на второй взлетке. Катя. И мастер аур пойдет от Смигул, да? Правильно? Этот, тебя. Также, Гош, на второй взлетке дашь массакру. Бабла за бабл и массакру нажмешь. Я бы ешь ты. Шкаф, поставьте, пожалуйста, аналитика при Симоне. Смотри, Митрюкс, это тактика, главное с лужи не проебаться. Слушай, лужи разносим влево-вправо. Не тупим, просто либо влево, либо вправо. Кто проебет, минус 30 гроу. А кик из рейда сразу. Чес всех добавимся. Адрес нахуй пишите свой, приедем и стреляем, блять. Я думаю. Аналитик, ешь рыбу. Фул баф по аналитику дайте. Фласки масла перепейте сейчас. Ну не так. Максимум говорит два человека. Я и Энс. Эфи по мане, по хилам. Остальные молчат. Укусы, которые вас распределяют, сразу, заранее, до укуса, ищите редфрейм, блять. Таргет его берите, запомнить в цель его берите, эту цель, блядь, и ищите его сразу. Не когда, блядь, укусать надо, а сразу, как только услышали ник, сразу нашли его, подготовились и ждем укус. Фласки перепили все, масло перемазали. Блядь, за 10 секунд можно, знаешь, что сделать? Это пиздец. Как в анекдоте. Бабу выебать, письмо написать и шнурки завязать, нахуй. Ирага, ну кто чем, блядь, богат, хули? Ты передернуть, хули. Все, давайте, Арче, на готовность. Масло, Поршус. Все паладины ставят ауру по тьме, Гоша ставит ауру глаз. Аналитик, аналитик готов? Паладины через книжку можно поставить. Даю ДБМ пул. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пул. Сбежались все под... Под босса, все под босса. Тихо, Торика, тихо, давай этот. Пром, все сошлись. Готовимся пак. В этот пак нужно подвигаться целям, которые возьмут пак. Подвигались три цели. Хорошо, дальше едем. Так, Тираной с Дицелом. Кого? Хуя. Подожди. Тени, готовимся. Тени, одна секунда. Убежала аппликация. Ты раноси, Аласта упустишь. Аласта. ДК. Пакт, готовимся, одна секунда. Подвигались три цели. Подвигались три цели. Подвигались, хорошо. Все, идет прохил. Нормально. Дыцел, гимноману, дай сразу. Тени, готовимся, одна секунда. Убежал, Тираноси. Аласта кусает. Пакт, готовимся, одна секунда. Укус, смотрите. Подвигались три цели. Подвигались сразу три цели. Далее. Ханойс кусает аналитика. Аласт кусает Митрюш. Пакт, одна секунда. Дим, поменяй меня, не надо. Одна секунда, бежит дубликация. Аналист... Еще раз. Тераноис аналитика. Аласт кусает Орлена. Пакт, одна секунда. Подвигались три цели. Подвигались три цели. Анбаф в луне был. Тени, готовьтесь. Три секунды тени. Забери. Аппликация убежал. Дайте ему. Расходимся? Да. Все, расходимся. Расходимся. Спейл, пожалуйста. Массейф, рага. Похиливаемся.
Мастера удал. Свои прохилось. Личный сейв отдаете. Личный сейв отдаем. Пиздец. Все. Все, можно падать. Ничего. Не, давай тарай, давай тарай. Не падать, блядь. Сбежались все в ромб. Мегу, дайте пак, подвигались. Теранойс. Одна секунда, убежал Эвел. Шадов убежал, прист. А ласт кусает Черпала. Ёбаный прист, блядь. Ну вот, я же говорил, что случится. Минус 100. Эвел Шадов, минус 30. Минус 100 уж. Минус 30. Ну, в принципе, с такой тактикой мы убьем. Убьем, убьем. Какая лучше? Сейчас. Да, это нуба тактика, конечно, это лучше. Ой, не надо тут, блядь. Ну, это реально... Как будто у нас ПЛЛ один состав, блядь, тут собрался. Ну, на самом деле, ну, мы тактика. Нормально. Мне хилится, мне нравится. Да, блядь, опять же, любой босс в ЦЛК убивается по любой тактике. Понимаете, блядь, просто суть и все. Ну, просто не понимаете же, нахуй, смысл, блядь, каких-то определенных моментов. Престары расстроили, блядь. Душнилый Иван. Там Мария Режа написал. Вроде хотел. Мы дальше траем, нужно нас летаем за фласками. Пошли в реки, Вальку съедим. Ты нахуй уже. Блять, там спина станции лежала. Вот, ну, вся вот хуйня в том, что вы очень дохуя времени тратите. Вы сначала флудите, пиздите, а потом замолкаете, и что-то, ну, нормальное получается. Ну, нельзя это сразу делать, блять. Как будто мы на освоении каком-то, блядь, я не знаю. О, разок убьем, нам без одного даже хватит с такой тактикой. Ну, разок попробуем. О, а там какой-то новый квест. Если не получится, пойдем Вальку захилим и Ро. Мы сейчас Лану убьем и пойдем на Вальку. Хватит уже. Да давай один трай, если не получится, пойдем захилим. Не один трай, один... Ну, блядь, час времени, думаю, не все могут сидеть. Нормально, нормально, нормально. Ну, смотри. Убил. Да галочки, да, хочется. Да какой галочки, блядь. Ну, господа, найди. На твинка рейди, пожалуйста. Слушай, посмотри. На твинка рейди убить Лану, это довольно неплохо. Блядь, у вас лучше уже галочки, неплохо. Мне проходка, ну, да. Блядь, нужна. Так, Эвел Шадоу выкикнули, что ли? Он сам. Он сейчас. Блядь. Мы его расстроили, блядь. Первый раз он не упустил, второй раз он не вынес. Ну, я же говорил, один человек убьет. Такая тактика. Сейчас Дольфа еще дернем. Засумуйте, как прибежите. Алстарт меня тоже одну возьмешь, пожалуйста? Я взял, взял. Я не рассчитывал, что мы больше 4 часов будем. Согласен. Просто эти даже твинка рейды, блядь. Пусть твинка рейды. Заранее надо формировать, блядь. Они вот так просто дали анонс. Слушай, он начинается только. Тут прошлый, придет... когда было мало людей, сейчас уже больше скилли. А третий, когда еще больше будет. Так я вроде в четверг дал анонс. То, что как ты сформируешь твинка рейд, Митрюш? Блин, слушай, хоть выгуливай твинов, это уже неплохо начало. Да нет, Ром, не имеется в виду там, блядь, таблицы какие-то делать или еще что-то. А просто смотреть подтверждение. Таблица? Рага, кто-то сказал таблиц? Ян сейчас заходит с совой своей. Во, дай бог. Ну, блядь, тебя точно убьем, если не заслакаем? Убьем, убьем, все нормально. Если бы вы, блядь, по 300 лет не стояли около каждого босса, блядь. Это есть такое. Там укус, вот, когда дебаф идет, за сколько до конца его можно кусать? Или он прям кончается дебаф, и тогда появляется эта панель? Кончается дебаф, появляется клык, блядь, и ты подходишь. Не, я видел, я это укусил, я просто не обратил внимания, за сколько он что-то. Подготовиться чуть пораньше, подскочить. Но когда дебафка, ну, уже все время его... Ну, сумони, давайте, тык-тык-тык-тык, поехали. Ой, блядь, надо было нахуй спать ложиться, блядь, а не в дискорд. И это, тихо, а давай, блядь. Заебал. Я, ты Эрель заебал, давай. Я.
Я Япона мать. Чего? Зашел. А что заметки интересные такие? Галактика, галактика. Это для тебя метки. Ты на первой взлетке стоишь в квадрате, на второй взлетке в кресте, на третьей в печеньке, на четвертой в луне. Между взлетками в печеньку, потом в луну, короче, в трусы, и, короче, вот рисуешь вот эту хуйню. Да, да, да. Инстаграму, я понял. Дьявола призываем. Не, не, это хуй получается. Так, рыбу есть? Го-го-го-го-го, время, время, ребят. Все, давайте. РЧ, кидайте. У нас Фося отошла. Нет, я уже тут. Всё, поехали, значит. Давайте быстрей. Фося, отвлекаться, аналитик. Вьяна, обмажься? Отчёт. Я уже иду, подожди. Я обмазанный, я, Дим. Отчёт. 10. Андрюха, ты не покушал. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Один. Пола вливаемся же, да? Мы в миле стоим сейчас. Я в курсе. Фу-фу. Пакт, готовимся. Одна секунда, пакт. Подвигались три цели. Тирано. Дворфин начал пусть. Тени, готовимся, одна секунда, влево понесете. Аласт. Ретаунд. Пакт, подвигались три цели. Подвигались, подвигались просто. Все, хорошо. Тени, готовимся. Одна секунда. Вправо понесете. Одна секунда, тени. Боржус. Я уже кнопки путаю, сука. В ретрике-то, блядь. Ну, пиздец. Подвигались три цели, пакт. Ну чё ты, дворфин? Укусил, укусил. Меня кого, Дим, кусать? Так, Тераноис укусит. Крокодила. Тени, одна секунда, влево понесете. Дворфин еще укусит Орлена. Да, вижу, вижу. Орлена? Да. Угу. Тараной с крокодила, еще раз говорю, блядь, фильтр. Ян в луне. Окей. Пакт, подвигались, пакт. Тени, готовьтесь, сейчас справа понесете. Крокодил где-то на лесенке, сути. Опыт, да? Или под боссом? На лесенке. Хорошо. Все. Разбежались. Господа, сами сейчас хилимся, 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 кто может. Фейл. Нас сейф. Дим, ты где? Дал. Гим даю. Луна. Сами хильтесь, сейвитесь. Хильтесь, сейвитесь, кто может хилиться. Так. Дальше. Тараной Шерпава, Дорфиныч, аналитика. Под босса сбежались, пакт. Орлен Хисока. Крокодил Ласка. Крокодил Ласка, еще раз. Аналитик, Саша, тени, извини, Дим. Понял. Ой, блядь. Ебите мозги. Ось, дай это тем. Ян, боюсь, дай гим. Буруш, дай гим, команд. Бэрн. Кто аналитика должен укусить? Я укусить аналитика должен, бэрнул его. Все. Бафы дайте сразу. Бафы по нему, бафы. Пакт. Подвигались три цели. Тень, одна секунда. Сандаме унес. Как же вы их криво носите, блядь, ладно. Укусы. Укусил. Кусайте. Дальше. Сразу, Шерпа опытная, аналитик Метлюх, аналитик Роналдо, Тераной, Смегу, Аласт, Секонд ГР, Дворфиныч, Дыцл, Хисока. Тени, одна секунда. Хисока, Афли, Орлен, Out of
хуйню. А крокодил? Дим, кого Мику, чё? Сейчас оба приста, дают гимн. Сейчас как только скажу, оба приста дают гимн. Вернусь, понятно, слонашу укусывай. Гимны пошли, присты? Гимны пошли. Хилимся. Понятно, слонашу укусывай. Я не помню, кого он тебе назначил. Под босса пакт сейчас будет. Я подвигались, пакт, сбежались, подвигались. Тени, одна секунда, вправо. Ушел аппликация. Бэл! Валили всю хуйню. Убивайте меня, блядь, звонашек. Серьезно, Тараной, серьезно, блядь! Убили, блядь, убили, просто убили, все. Убейте просто все. Встать можно? Давай, тени, пакт, подвигались. Пакт, подвигались. Тени, одна секунда. Аппликация. Я сказал, ты рано укусить, блядь, и то не смог. Знаете, все, не входите, чё? Ужас, блядь. Искал укусить слонаша, он... Еще раз Гера для тираной задайте. Перебав дайте. Все, проебали уже, блядь. Все, берьте из 15. Спасибо, тройсу, блядь. Ну не надо меня в этом винить. Еще не... Тут берса не по этому таймеру хуярить. Вливайте, вливайте лучше. Хилы, помогите. Роналдо убежал. Бля, ну еще один. Блин, ну привет, ну реально, ты рано, ну я здесь сказал, слонаш, это декран. Меня кто-то укусил до него. Не мог, был укушен, блядь. Потом начал перебирать, блядь. Там все укушены, блядь. Что ли? Ребятки, ну слушайте тогда, что я говорю. Я аж по 10 раз повторяю. Ну серьезно, ну что за, блядь, пиздец? А нахуя мы слонаша кусаем? Да хотя бы кого-то, Деронойс не услышал, блядь, кого я ему сказал кусать, блядь. Я же тихонечко разговариваю, блядь, не слышишь же, что я говорю. Мы ж, блядь, кнопочкой смотрим, мы ж не меня слушаем, а кнопочкой, как всегда, смотрим. Дим, как я поняла, Солонаж была уже укушена. При чем тут это? Я до этого сказал, Деронойс, кого кусать, блядь, я забыл уже кого. Я сказал, слонаш укуси. Какой-то вагон, блядь, еще, который меня нехуй не услышал, блядь. Укусил слонаш, блядь. Найду этого вагона, сука, выпизну нахуй с гильдии, блядь. Спокойнее. Ну потому что ты пиздец, блядь. Я кому рассказываю-то? Вы чем слушаете, блядь? Жопой сидите, слушаете или что? Я для чего это рассказываю? Нахуй я тогда вам здесь нужен, если вы, сука, сами знаете, что делать. И вайпайте здесь, сидите уже, блядь, 10-й раз. Вон нахуй, лифри... нахуй я вам нужен? Я, говорит, укусил. Лифри пишет, видишь? Говорит, я укусил. Вагон, блядь. Сука, каждому, блядь, сказано, кого кусать, блядь. Я не знаю, вы что, музло слушаете, пока, блядь, я вам рассказываю. Телевизор, блядь, слушаете, блядь. А ты, короче, если бы Тера не упал бы, нам хватило бы урона, правильно? Да тоже. Мне кажется, нет. Да, мы бы убили, если бы Тараной сейчас укусил, мы бы убили. А это Лифри, спасибо. Да это не Лифри, это Андрюха Байхер тебя. Блядь, он троллит. Да мне похер. Да Лифри постоянно такой вагон, чё, о чём говорит? Пиздец, Трюша, блядь. Дим, не гори. Хороший трай, да, давайте чуть спокойнее. А можно вопрос? А кто такой хуй пойми, вот, о котором ты говорил? Outer Space. Я просто укусил палок вот эти в первой группе. Я просто не понял, кто это такой, и укусил палок. Ну, всяко лучше, чем никого. Что вы лежите все? Го, короче, поднимите ластецки и пойдем драконы хитрить делать. Это рили уже. Доталова. Нет, я могу доталова, но, бля. Бля, как мы первый трай, нахуй,